Так, это 25 октября 2020 год, Харьков, 17.57 по Киеву, в Харькове. Дубль второй на автоматических настройках снимаю, без пониженной светочувствительности. Так, пошли к нашему кратеру, посмотрим на него с такой. Ух ты, что опять что-то по луне летает. Практически горизонтально уже перемещается. Луна не встает, не поднимается над горизонтом, а параллельно горизонту Земли плывет. Да, вот этот кратер примечательный, с двумя внутренними кратерами. Хорошо выглядит. Так, где там хребты наши? Вот они, хребты. Горы. Все, не трогаю. Ух ты, классные эти белые камни. Ой, какие камни, это огромные горы, если я правильно понимаю. Так. Пошли посмотрим на Юпитер и Сатурн. Это фонари Салтовского депо. Это Юпитер и Сатурн. Все ближе и ближе они. Ой, видно на экране их даже. Да, при такой настройке светочувствительности видно в левом верхнем углу. Это Сатурн, пусть бледненький, но заметный. Ну вот. Ладно, а внизу Юпитер. Поехали к Юпитеру, слетаем. 784 миллиона километров до Юпитера сегодня. На небо я уже жаловался, да, не абсолютно чистое. Так, видим мы только три спутника сегодня. Ганимед спрятан непосредственно за Юпитером. А у нас Европа. Европа справа, потом, по-моему, Ио, потом Каллиста рядом. Ой, как мутненько. Я резкость пытаюсь поймать. Ну, видно уже, что спутники вниз развернуты. Уже пикирует горизонт наш Юпитер. Ладно, поехали к Сатурну. Совместный кадр.
и пошли теперь на нашу окольцованную планетку. 1,5 миллиарда километра до нее. Вот так. О, я слева вижу спутник. Левее и ниже, ну, грубо говоря, на юго-западе. А, в окуляр я вижу, да. Подожди. Титан. Спутник Титан. Вряд ли это, конечно, будет на экране видно. Хорошо, поехали еще глянем на Марс при таких настроечках. Так, это Луна, это депо, а вот это Марс. До Марса 66 миллионов километров, 66 миллионов километров. Да, при таких настройках светочувствительности он даже не красный, ни капельки. Ну да, засветка очевидная. На предыдущих настройках светочувствительность была меньше. И я там даже в окуляр разглядел белые ледники. Белый ледник внизу. На полюсе Марса. Ну а сейчас просто яркое пятно, красноватое. Ладно, поехали к Луне. 394 тысячи километров до Луны. Яснее становится, то ли кажется мне. Небо уже темное, и наличие дымки можно определить только по сиянию вокруг.